с Виктором Антоновичем Тинкеевым, хозяином вот этого, этой курии, зародилась идея провести соревнования вот в местности Чухой на лоне Ленских столбов. Солнце! Солнце, правда, сегодня за тучами немножко, но ничего. Ну и все, и мы обратились сразу к Федерации рыбного спорта Федору Антоновичу Наговицыну, председателю. И вот колесо закрутилось, закрутилось, подошли спонсоры, сами подходили там, все сами готовы были преподнести призы. Спасибо им огромное. Я являюсь председателем этой федерации. Я думаю, что в дальнейшем мы будем более организованно проводить подобные мероприятия и выставлять еще более крупные призы. Я вам, участникам, желаю поймать первую рыбку. Короче, я желаю вам удачи. Мы попросили бы, чтобы соблюдали честность и, как говорится, совесть рыбака – лучший контролер. Бүрдігірің айын арттан. Үрой! Айқау! Үрой! Айқау! Үрой! Айқау! 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 Бай байын әлбіт, көміз қатырықта анан күнділі маңылы тұрдын. Сүйеқта бәбіт түгірген, қаржықта бәбіт қанқи. Құпыды жетін арылы ал ажынан аяқтыптан болуқтын. Ер, төт, Мичиганлай. В детстве отец у меня здесь ловил очень большие рыбы. Таймень, нельма, вот, ростом человеческий. Они пилили дружбой два. Вот этот местность, поэтому она как-то называется вот, Чахоной. Вот. Я раньше не знал, что в этой местности, ну хорошее рыбацкое место вот приехали. Виктор Антонович, ну, не зря здесь приехал, дом купил, постоянно он рыбачит. Ну, что я хочу пожелать, чтоб повезло всем, наверное, чтоб дал всем желающим. Удачи! Большая просьба не подходить к палаткам. Свои палатки тоже нельзя размещать. Далее, значит, разрешено удить ящики. Ящики перед собой выставляем, чтобы судейство могло зафиксировать. Главное, чтобы в ящиках не было рыбы.
Chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice.
Женька мало уважал такую на мормышку, он все любил на баланчик. И вот на Бойкино, где он, они задохнулись. Там вот как раз мы перед этим были. Там тоже красота была. Ну, а балансир днем окна таскали. Ночью сидим в палатке, я говорю, доставай. А, говорит, это не рыбалка. Сидеть на мормышку. Хорошо, говорит, когда на балансир хватает. Вот это да. Да давай это больше, да? Я положить еще раз. 260. Из них 260 крупные, да? 260 крупные, два сюда. Вот
хорошие призы, поэтому это можете участвовать. 124, 1.30. Пока командная, да, пока командная первая. Ёрш. 92, 2 килограмма. По подлетной рыбалке, памятник Евгения Третьего. Хочу сказать, был хорошим спортсменом, участвовал в спортивных соревнованиях по баскетболу. И сразу мы подведем итог. В упорной борьбе среди 17 команд отцов и детей первое место заняли семья Максимовых. Покровская средняя школа номер 2. Все просим торговый центр «Пирамида», магазин «Рысь». Вручается двухместная лодка. Второе место заняла семья Борисовых. Петр Валерьевич и сын Альберт. И третье место заняли семья Дальчиков, город Якутск. Это победители наших соревнований 2016 года. Еще раз поздравляю. Самый молодой рыбак, приз вручается Аргунову Кириллу, Покровская средняя школа номер 1. Сош номер 1. Приз самому возрастному участнику от ФГБУ Якутрыбвод. Здравствуйте. Всех поздравляю с этим замечательным фестивалем. Хотим вручить именной сертификат Новикову Антону Федосовичу как самому возрастному участнику этого фестиваля. Сертификат дает право получить бесплатно 3 разовых путевки на наших участках. А у нас у Якутрвода 8 участков, 2 из которых в Ангалатском лосе. Самый возрастной участник. Поздравляем. От телевизионной программы «Охота и рыбалка» в Якутии вам вручается календарь именной. Вот на бурении лунки состоялись жаркие соревнования. Вот из них были спорные 2 места. Второе и третье место. За первое место у нас Зырянов Леонид. Зырянов Леонид, пожалуйста. Город Якутск. Приз вручается Зырянову Леониду, но действительно достойному участнику, который бесспорно просто занял первое место. Пробурил вообще в считанные секунды 2 лунки. Поздравляем, вручается ему грамота и также перфоратор Bosch. Но подобие пробурения лунки выдал предоставленный друзьями Жени. В номинации «Самая крупная рыба» у нас победитель Мирзеевич С.В. Кто у нас, Мирзеевич? Это тоже сик весом 260 граммов. И в номинации «Первая рыба» команда из Намского Улуса, представитель команды из Намского Улуса, Азаров И.Д. Третье место в
весом 4 килограмма. 4 грамма занимает Горохов Анатолий, команда pioneer.com. Награждается грамотой, медалью и призом от торгового дома Эликом, тоже нашего спонсора. Тут зарядное устройство от солнечной батареи походное. Говорят, стоит очень дорого. Второе место. Щетинин А.Е. Щетинин А.Е. Сертификат от магазина «Рысь» на сумму 8000 рублей, учрежденный Якутцементом. Второе место. Вес 4 килограмма, 280 грамм. Так, и первое место. Первое место в личном первенстве занял Жуков Максим. Команда «Паучки» весом, общим весом 5 килограммов. Награждается призом от наших спонсоров магазина «Мир охоты и рыбалки». Это палатка. Палатка «Куб». Поблагодарим наших спонсоров. Магазин «Мир охоты и рыбалки». Командному первенству. За третье место с общим весом 9 килограммов 640 грамм выиграла команда «Синск-2». Команда «Синс-2» награждается медалями, грамотой и 20 тысяч рублей! Поздравим команду «Синс-2» бурными аплодисментами! Ура! Команда, занявшая второе место, общим весом ровно 10 килограммов. Команда «Паучки», город Покровск. Приз от Хангаласского филиала ГУПа ЖКХ на сумму 25 тысяч рублей. Сертификат в магазине «Рыболов», улица Аюнского. И, наконец, команда, занявшая первое место с общим весом 10 килограммов 620 грамм, pioneer.com, город Якутск. Ура! Главные герои сегодняшнего мероприятия. Ну и сегодня команда pioneer.com бесспорно заняла первое место. И сегодня, учредив приз семьи Гребневых «Мотобур Штиль» со штеком стоимостью в 50 тысяч рублей, мы вручаем ваш наш приз вместе с супругой Жени Гребнева, которая находится тоже здесь, тоже болела за своих коллег и так далее. Поэтому вручаем наш ценный приз. Приз вручает друг, самый лучший друг, самый, который вместе ночевали, проживали, осеневали вместе. Пасынков Иван Викторович. Ура! Всем участникам и организаторам скажем большое спасибо за сегодняшний праздник. Но праздник продолжается у нас. Можем дальше рыбачить, а для нас не призы главное, а сам процесс, как говорится.